Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И этот ролик, это видео обращено исключительно к нашим коллегам, медицинским психологам, просто психологам, детским, возрастным имеется в виду психологам, промышленным психофизиологам и так далее, и так далее, и так далее. Уважаемые коллеги, обращаюсь исключительно к вам. Не секрет ни для кого из нас с вами, что существует такая замечательная методика, как самооценка по Дембо Рубинштейну. Эта методика направлена на диагностику отнюдь никакой не самооценки, мы это все с вами прекрасно знаем и понимаем. Речь идет о выявлении критики. Критика, как первый и основной компонент целеполагания, способности человека адекватно оценивать себя эмоционально в плане эмоционально-социальной составляющей, эмоционально-поведенческой составляющей любого человека. Нарушение критики встречается в очень узком круге заболеваний и, соответственно, является одним из оценочных критериев человека в плане его психического здоровья. Здоров ли человек, не здоров ли человек, прежде всего оценивается по состоянию его критики. Вот эта данная методика, самооценка, завуалированно так, да, это называется, эта данная методика самооценка по Дембо Рубинштейна, она на самом деле оценивает критику как таковую. Здесь на ваших экранах приведен основной, один из четырех основных вариантов стимульного материала данной методики. Соответственно, шкалы здоровья, ума, характера, счастья. Четыре основных шкалы по данной методике. По данной, я бы сказал, пробе, поскольку это не тест как таковой. Для простоты видео я написал здесь даже видеотест, но на самом деле это все является пробой. С пробой по самооценке по Дембо Рубинштейну. Четыре основных шкалы, ну и здесь дополнительно один из субвариантов, и всего их четыре помимо этого существуют у нас в лаборатории, и мы ими пользуемся. Так вот, уважаемые коллеги, перехожу к самому основному и главному. У нас он есть, этот тест, в электронном виде, запрограммирован, то есть реально мы его применяем и используем в компьютерном варианте. Мы его изготовляли около года, наверное, над ним работали. В конечном итоге мы его сделали, значит, запатентовали этот тест и пользуемся им в своей работе. В большинстве случаев мы применяем его при дистанционных психофизиологических обследованиях. Но мысль не стоит на месте, и возникла идея усовершенствовать этот тест для вас, уважаемые коллеги. Прежде всего, для практикующих, реально работающих психологов. Тест, как вы знаете, проба очень короткая, быстрая, эффективная. Она 100% себя оправдывает и показывает в любых ситуациях. Без нее практически невозможно и не обходится ни одно из ЭПИ, экспериментально-психологических исследований в клинике, в какой-то промышленной психологии, в детской психологии. Ее можно и нужно использовать. Абсолютно рабочая методика. Понятно, что она у нас есть в бланковом варианте, как вы можете видеть сейчас на своих экранах. И есть она у нас в электронном виде, в виде теста компьютерной методики, компьютерной пробы. И мы хотели бы эту методику в некотором смысле подарить. Подарить нашему психологическому комьюнити. Те, кто смотрит, нас сейчас на канале более 11 тысяч, и все коллеги, кто из них, понятно, что не все психологи из этих 11 тысяч подписчиков нашего канала, но тем не менее, я думаю, что большое количество коллег, то есть именно людей, которые этим занимаются. Мы хотим создать эту методику в виде компьютерного ролика, более совершенную, и предложить вам. Смотрите, что мы предлагаем. Обратите внимание. Значит, мы есть такое явление в современном мире, в современной действительности, которое называется краундафинговая платформа. То есть люди собирают сообща всем миром какую-то незначительную сумму, значит,
краундаферы, они собирают эти средства и в конечном итоге что-то реализуют. Затем в какой-то форме предлагают всем желающим и тем, кто поучаствовал в этой в работе, то есть вложился своими средствами, и те, кто не участвовал, но тем не менее хотел бы пользоваться этими какими-то разработками. В самых разных сферах и областях человеческой деятельности мы сейчас это можем наблюдать. И мы решили попробовать пойти по этому пути. Мы просим вас перевести нам на наш Киви кошелек или на наш телефон 500 рублей. То есть, вот, предположим, есть вот психологиня, да, вот вы где-то работаете, там, в школе, в детском саду, в клинике психиатрической. Значит, перевести на наш Киви кошелек или на телефон, на мой личный, Бороздина Виктора Николаевича, вы все меня знаете по предыдущим более чем 500 видео на нашем канале, перевести 500 рублей. Стоимость изготовления разработчиком, это программист, его зовут Леонид, как основной исполнитель всего этого, это, значит, предприниматель, он программист и так далее, и так далее, и так далее, вдаваться в подробности не буду, тем не менее, нашли мы такого умного, головастого парня, у него несколько подчиненных, и они занимаются программированием. Леонид взялся за выполнение этой работы и просит за нее 15 тысяч рублей. Это копеечная сумма. В Москве такая сумма бы составляла порядка от 100 тысяч рублей. Тем не менее, вот Леонид, прежде всего, вот как программист, он готов выполнить этот наш заказ за 15 тысяч рублей. Соответственно, мы вкладываемся, НПЦ ЭКМЭ вкладываются в эту работу суммой 5 тысяч рублей. Вот здесь это все прописано. Соответственно, от 15 тысяч мы вкладываем своих средств денежных. Необходимо таким образом нам с вами сообща, совместно, как говорится, всем миром собрать еще 10 тысяч рублей. В дальнейшем, соответственно, каждый, кто вложится в эту работу, получит эту методику, то, что у нас получится. По словам разработчика, это займет у него порядка 2-3 недель. То есть мы 50% заплатим из этих 15 тысяч ему как бы предоплаты. И оставшиеся 50% после выполнения им работы. Как только эта сумма в 15 тысяч рублей, а фактически 5 тысяч уже у нас есть наших собственных средств. Как только мы получим от наших коллег, от вас, уважаемые видеослушатели, еще 10 тысяч рублей, наберем эту сумму в 15 тысяч, 5 плюс 10 получается 15, мы начнем эту работу. Соответственно, мы в дальнейшем вам, кто участвует в этой работе, эту методику, этот видеотест, пробу, самооценка по Дембо Рубинштейна отправим вам на вашу электронную почту или передадим каким-то другим образом по интернету. Значит, будет или ссылка какая-то на то, что получится на этот тест, или по почте, если он будет позволять это сделать, этот тест по размеру почтовых ящиков. Одним словом, вы сейчас можете перевести сумму в 500 рублей, а в дальнейшем получить готовый материал, готовый видеотест Дембо Рубинштейна абсолютно бесплатно. То есть вложившись в него на этапе разработки. Значит, дальнейшая реализация этого теста Дембо Рубинштейна для людей, для лиц, которые не участвовали в этой предварительной краундафинговой платформе, они будут иметь возможность приобрести такой тест за 10 тысяч рублей. Соответственно, и вы, уважаемые коллеги, если вы перечисляете, это 20 человек нам надо набрать, коллег, вы сможете получить этот тест за 500 рублей. Почувствуйте разницу. Дальнейшая реализация 10 тысяч. Вы же вкладываетесь всего лишь 500 рублей. Представляете, да? То есть разница в расходах и, соответственно, в том, что вы получаете. Оплата, она может быть любой, мы можем по-другому как-то деньги от вас получить.
Но, тем не менее, самое, что приходит простое на ум, это перевод на мой личный кошелек, здесь вот он указан, плюс 7 902 26 27 896. Этот кошелек, этот телефон у меня уже 15 лет, он не меняется. И этот телефон привязан к моему Киви кошельку, и я буду получу эти деньги. Соответственно, лучше это сделать на Киви кошелек по этому телефону. Это более быстрая процедура. На Киви кошелек кинуть 500 рублей. Соответственно, я хочу, чтобы перед переводом, чтобы все было понятно, четко и прозрачно. Перед этим можно связаться со мной перед переводом по телефону или же по WhatsApp или Viber, соответственно, с Бороздиным Виктором Николаевичем, директором ООО «Научно-прикладной центр АКМЭ», соответственно, позвонить мне на телефон, WhatsApp, Viber, или же написать мне по моей личной электронной почте, на мою личную электронную почту brainru@gmail.com. Мы с вами пообщаемся, все обсудим, значит, и, соответственно, у вас будет четкое понимание и прозрачность. Ну, что я вам скажу, повторюсь, то же самое повторю, то, что вы видите сейчас в этом видео. Соответственно, через 2-3 недели, значит, мы так примерно прикидываем, что мы за неделю 2-3 соберем необходимые нам 15 тысяч рублей. Как я уже сказал, 5 тысяч мы уже имеем, нам необходимо еще 10 тысяч. Мы соберем эту необходимую сумму в 10 тысяч и закажем это все Леониду, разработчику, с его товарищем программистами. Соответственно, как только продукт будет изготовлен, вы связываетесь со мной, сообщаете мне ваш электронный адрес. Ну, понятно, останется у меня ваш телефон. Я с вами лично свяжусь. Как только это будет готово, вот этот видеотест Дембора-Бинштейна, реально работающая методика, мы, соответственно, вам тут же его отправляем тем людям, которые поучаствуют вот в сборе средств на данную методику. Пробу Дембора-Бинштейна. Самооценка по Дембора-Бинштейна. Вот такое интересное у меня к вам предложение. Если что-то вдруг возникнут, какие-то вопросы, можно эти вопросы задавать под этим видео. Или же, опять же, как это указано, связаться со мной по WhatsApp, Viber или электронной почте, или по телефону, как угодно. Коллег и знакомых у меня очень много. Общаюсь я со всей страной, от Камчатки до Калининграда. И рассчитываю на вас, уважаемые коллеги, 500 рублей, кому эта методика необходима, значит, можно со мной предварительно связаться, написать мне на электронную почту, сказать: Виктор Николаевич, я участвую, перевожу деньги, вот мой электронный адрес, мой электронный ящик. И, соответственно, мы приступаем к этой работе. Должно получиться очень интересно. Вы сможете пользоваться этим видеотестом, пробой, самооценкой по Дембора-Бинштейну на совершенно других каких-то основаниях. Ради бога, пользуйтесь, значит, там, хотите, делитесь, но лучше не делиться, чтобы не ушло это все в интернет, со своими коллегами по работе, знакомыми, друзьями. Проводить этот тест быстро будет, легко и удобно. Вы получите именно настоящую, самую настоящую, работающую диагностическую методику. На этом все. Жду ваших звонков на WhatsApp, на Viber, по телефону и, соответственно, вашу заинтересованность. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!